А сегодня в преддверии торжественного дня правоохранителей поздравил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев приехал в Краснодарский университет МВД. Главе региона показали, как на полигонах полицейских готовят к реальной работе. Кроме физической подготовки, в современных классах оттачивают навыки стрельбы. Тир оборудован интерактивным экраном, который максимально погружает в боевую обстановку. Имитируется ситуация, вот он сейчас с поднятыми руками. Только схватил пистолет с целью поразить сотрудника, сразу идет выстрел на поражение. Ко мне никто, свободная земля! Посмотрите, это руки на голову! Вы здесь! Созданы все качественные условия, на самом деле, для их будущего качественного несения службы. Вот я сегодня могу смело сказать, что очень высокопрофессиональная подготовка у сегодняшних курсантов. Безусловно, завтрашнее подспорье их уже, еще раз подчеркну, в очень успешной и качественной службе по любому направлению правоохранительной деятельности. В Краснодарском крае сейчас службу несут почти 2000 участковых. Одним из главных результатов их работы в текущем году стало снижение преступлений на бытовой почве почти на 15%.